Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор топ-10 из каталога Oriflame номер 5. Я всегда выделяю некоторые продукты, о которых я больше всего рассказываю своим близким клиентам и тем, кто интересуется, спрашивает: а что у вас интересненького? И вот, чтобы не рыться в 1500 наименований продуктов, я всегда выделяю какие-то особенные, и сегодня я вам расскажу, какие я выделила. Итак, поехали. Первая закладка у меня, естественно, посвящается новой коллекции Novage. Это революционные продукты, которые, мне кажется, взорвут сейчас просто рынок, и вы сейчас видите всю коллекцию у меня здесь на столе. Итак, маленький обзор. Одна коробка уже почти пустая, осталось всего две ампулы, и это сыворотка с пептидами. Вот, заболтал. Сыворотка концентрат для повышения упругости кожи с пептидами. У меня просто полный восторг от применения этой продукции. С первого раза, когда я просто вот намазала на ночь, я утром встала, и я увидела, как моя шея вот здесь вот разгладилась, и наверняка вы сейчас видите, какая вот здесь вот упругая, хорошая кожа. То есть упругость появляется моментально, и вот сейчас, чем вот больше, уже 5 ампул я использовала, осталось 2. И я так рада, что вот всего 7 дней курс, всего 7 дней, не надо ждать месяц, два, три, пока произойдет обновление клеток и так далее. Вот 7 дней и супер классный результат, хотя у меня он наступил очень быстро. Я запишу отдельное видео, как правильно применять и так далее, посмотрите, на каждый продукт будет отдельный ролик, и я думаю, что это будет просто революция. Кот шуршит, залез в коробку и смотрит на меня. Так, ладно, продолжаем. Итак, первое место у меня уходит с новым продуктом Novage. Они просто, чтобы они у вас хорошо заказывались, нужно будет их изучить, как их правильно применять, кому рекомендовать, как их использовать правильно. Поэтому ждите видео официальных обозревателей и мое личное, все вам расскажем и покажем. Следующая закладка на акции. Я редко выделяю ароматы, но про этот аромат я не могу молчать, потому что Eclat Mademoiselle — один из моих любимчиков. Будет выглядеть он вот так вот, в такой коробочке. Аромат у меня запечатанный, тот, который у меня был, закончился, к сожалению, и вот я сейчас думаю, открывать ли этот себе или не надо, потому что у меня уже 43 аромата открыты одновременно. Ну, посмотрим, подумаю, может быть, и закажу. Итак, чем этот аромат интересен? Цветочно-фруктовый зеленый, сладкое яблоко, белый гибискус, мускус, это вы можете прочитать все сами, средняя концентрация аромата, и это туалетная вода, но в то же время стойкий аромат, хотя всего 2 кружочка отмечены, аромат стойкий. И чтобы его заказать всего за 719 рублей, то вам нужно из этого каталога сделать заказ на 990 рублей. Все очень просто. Каким образом мы с вами работаем? Мы предлагаем клиентам, кто хочет этот аромат по акции, взять каталог и собрать заказ. Собираете заказ, соответственно, себе заказываете аромат не за 1349, а за 719 рублей. И следующий разворот посвящается новинки. Это тинты для губ и щек. Сейчас вы видите, у меня на губах один из них — это свежий ягодный оттенок. А где у нас тинты прячутся? Почему я их тут не вижу? Миш, а ты мне тинты отдашь? Ты их, наверное, унес вместе с заказом, что ли? Давай. Тебя утащил? Там вырежешь тогда? Или оставишь? Итак, вот эти три очаровательные тюбики. Три очаровательных тюбика. Что-то я сегодня забалтываюсь. Я в восторге. Рассказываю, как все было. Когда мне их прислали на обзор, эти тинты, я попробовала и говорю: слушайте, это какая-то ерунда, не знаю. Дочка попробовала, говорит: мама, а ты мне их подаришь? Я говорю: конечно, отсниму видео и забирай. А потом я вошла во вкус, и
я понимаю, что это просто бомба, это просто бомба. Я не говорю уже про щеки, он водостойкий, потостойкий, то есть на жаре, в лето у нас румянец будет красиво смотреться. Но что самое главное, губы. Вот на самом деле ведь губы, особенно с возрастом, они теряют вот этот оттенок, вот эту свою нежность, цвет становится либо бледный, либо даже какой-то синюшный немножко. И когда я накрасила этот тинт и походила с ним денечек, и я увидела, что у меня на протяжении всего дня приятный яркий оттенок губ, ну то есть он не бледный, какой-то вот не потухший, то есть классный, живой, потому что тинт он впитывается в кожу, то есть он не лежит на поверхности, он не смазывается, он впитался, и можно кушать, пить, он остается на месте, разговаривать, включать видео с кем-то, я очень много сейчас разговариваю, постоянно видео созвоны, а губы всегда классные. И он не сушит, он очень комфортно лежит на губах. Они все красивые. Вот энергичный красный, он такой прям яркий, вечерний. Ягодный, вы видите, у меня на губах. А розовый, он хороший розовый цвет, не бледный, то есть такой приятный розовый оттенок. Скоро будет ролик, посмотрите у меня на канале. Все показываю, все вместе с вами будем пробовать. Да, пока. Помню, маленькая рекомендация, не наносите пальцами, потому что не смоется. Целый день будете потом ходить с яркими пальчиками, и не используйте руку как палитру, если захотите там набить на кисть, чтобы на щечки. Нет, нет, нет. Либо сразу на кисть наносите тинт, либо возьмите какую-то маленькую палитру, используйте ее, там выдавили капельку, набили в кисточку и щечки сделали. Вот маленькая рекомендация. А вот дальше, ребят, я чуть просто запуталась, я не знаю, я хочу здесь обо всем поговорить. Во-первых, мне очень нравятся наши стойкие тени карандаш. Я сама ими пользуюсь каждый день, просто вот каждый день. У меня сейчас внизу подведены вот как раз бронзовый оттенок и хрусталь. Я ими часто крашу сверху, растушевываю, или их крашу, а сверху сухими тенями, чтобы получился эффект таких ярких, стойких, сочных теней. Я их обожаю, и самое главное, вот кто вообще не умеет краситься, говорит, я бы купила тени, но я совсем не умею красить тени, порекомендуйте наши два оттенка, возьмите один темный, другой светлый, чтобы миксовать. Их можно пальчиками тушевать, кисточкой, это такая прелесть. А для меня это просто вот единственный способ сделать, подчеркнуть вот кожу под ресничками внизу. Потому что если брать какие-то карандаши, то либо получается слишком ярко, либо они чуть-чуть жестковатые, а я стараюсь кожу не тянуть, не травмировать. А эти такие мягенькие, такие нежненькие, ну просто супер. Палетка для бровей. Я, конечно же, сейчас больше люблю помаду для бровей. Вот она у меня здесь, я ее обожаю. Но палетка, она, ну это же классика жанра. Она же такая удобная, то что здесь два оттенка. И, например, если помаду там взяли, и она, эх, темноватая, то здесь можно миксовать. Кисточку взяли снизу, взяли чуть-чуть светлый, чуть-чуть темный, и красите тоже классные бархатные, классные брови, еще и воск, и еще и зеркальце. То есть, ну, например, очень удобно. И, кстати, можно сделать полный макияж, на веки тоже можно красить, и даже контуринг я ими делала. У меня есть на канале видео, как я полностью сделала макияж, только используя эту палетку. Естественно, я только губы накрасила чем-то другим, уже не помню. А вот с другой стороны, тут появляется наша, где она у нас, подводка, где она, я пропустила, да, вот она, подводка, от которой я просто без ума. Она же нереально крутая, я еще в жизни никогда не восхищалась так подводкой, как вот этой маленькой малышкой. Вот мои стрелки. Что мне в ней понравилось? Безупречная кисть, вот просто безупречная кисть. Сам состав, вот я нанесла, например, вот на кисть, и я ей работаю столько, сколько мне нужно, то есть я где-то тоненько, где-то потолще вывожу хвостик, подкрутила, то есть на ней средство не высыхает. Вот есть у нас еще подводка Giordani, там быстро сохнет, не успела, надо опять обмакивать, опять рисовать. С этой я работаю столько, сколько мне нужно. А еще мне нравится, что она стойкая, она вот просто так слезками, дождем не смоется, только специальным средством для снятия макияжа с глаз.
А когда в каталоге представлена тушь 5 в 1, тем более новая тушь с новой формулой, но со старой кисточкой, тут я просто молчать не могу. Поэтому у меня получилось, что одна закладка, но 4 продукта. Надеюсь, Миша не запутается и все вам расскажет. Потому что вот сейчас актуально очень говорить о коже и о макияже. Сейчас именно тот момент, когда женщина переходит на новые оттенки, хочется поярче, хочется посвежее, хочется чего-то вообще нового, потому что весна — это вот время перемен, и когда мы обновляем и гардероб, и прически, и цвет волос. Но кто не готов меняться кардинально, тому мы рекомендуем новые продукты, новые коллекции, новые оттенки, тинты, наша новая тушь, новые тени — это все очень актуально. Следующая закладка. Итак, что здесь я отметила? Тональную основу. Стойкая тональная основа, адаптивная. Я в нее влюблена навсегда, на всю жизнь. Она очень крутая. Это та тональная основа, которая абсолютно не забивается в поры, которая стойкая. Сейчас начнется все-таки сезон, когда жарко, повышенное потоотделение, и мы все запищим. Блин, тут потекло, тут блестит и так далее. Поэтому стойкая тональная основа очень актуально. 10 оттенков на любой вкус, на любой абсолютно. И самое главное, что я еще вам забыла сказать, что здесь с этих страничек начинается 2 продукта по выгодной цене. Поэтому вы клиентам своим показываете несколько страничек, сюда даже входит серия Giordani, вот этот разворотик. Поэтому рекомендуйте 2 выгоднее. Следующий разворот у нас отвечает за, как это сказать, за атмосферу, за гармонию в душе и снаружи. Это серия спа, и устроить спа-салон дома актуально как никогда. Поэтому мы берем скраб нереально наикрутейший, просто скраб, который я обожаю, очень люблю. Вот такой вот скраб, невероятная кожа после него, просто невероятно. Вы знаете, мне так повезло, что я получаю много продукции на обзор, и органическую продукцию присылают, Рише присылали, очень много скрабов, и если у меня есть возможность выбирать, то я выбираю что-то для тела. Я для лица никогда не беру, я боюсь, на лицо я вообще категорически боюсь пробовать другую продукцию, а вот для тела я всегда люблю поэкспериментировать. Так вот, ни один еще скраб не сравнился, даже просто рядом не стоял, какая бы цена у него ни была, даже рядом не стоял с этим нашим скрабом. Поэтому пробуйте, удивлюсь, если вам не понравится. Но такое может быть, на самом деле, может быть запах. У меня одной клиентке аромат не понравился, она вообще говорит, я не могу, мне не нравится, и она его кому-то подарила, зато она любила другой скраб, который у нас был до этого с имбирем, а сейчас она берет все время медовый. А этот хотела, видела, что масса отзывов очень хороших, но аромат не понравился. Ну и диффузор, он такой у нас шикарный. Вот у меня уже закончился, все, стоят палочки просто, а палочки пахнут. Я, кстати, сюда другие палочки ставила, у меня из старого диффузора были такие вот с шариками. Я записала отдельный ролик и сравнила наш дорогой диффузор с дешевыми из Leroy Merlin и показала разницу, и получился, что наш выгоднее. Поэтому берем смело, не стесняемся. И здесь еще очень много закладочек, а у меня уже нету места, где ставить. Вот так вот переставим сюда. Тут тоже одна закладка на 2 странички. Серия Discovery. Мыла. 5 вариантов по 49 рублей. И гигантские гели для душа. Кстати, я посмотрела, у меня в запасе ни одного кусочка мыла не осталось. У меня все разобрали клиенты. И я показываю вам мини-гели для душа. Здесь по 250 миллилитров, а по акции у нас идут 400 миллилитров, объем всего по 169 рублей. То есть практически в 2 раза больше, чем вот этот флакончик. Представляете, да? Они шикарные. Вот на этом покажу, будет лучше видно на светлом. Смотрите, они густые, очень концентрированы, у них маленький расход, они прекрасно пенятся, классно отмывают кожу, то есть ощущение прям чистоты. И я их очень люблю. Всем рекомендую. Кстати, сколько раз себе заказываю, мне их все время все разбирают, но сейчас точно себе оставлю, потому что
получила их по акции, много заказала, поэтому сейчас точно открою и оставлю. Так, я показала все, что у меня было в запасе, потому что далее идут новинки, и это твердый шампунь для нормальных волос с авокадо и ромашкой. Вы знаете, вот буквально недавно листала какой-то каталог, не помню, тоже какая-то органическая косметика, и так я хотела этот твердый шампунь, чуть не заказала. Ну, он стоит там где-то рублей 800, по-моему, кусочек. Ну, выгодно, конечно, он выгоднее, чем жидкий шампунь, он удобнее, то что он маленький, его удобно возить с собой. И когда я увидела, что у нас в каталоге появляется шампунь за 499 рублей твердый, я прям пищала. Я его обязательно закажу, напишу вам отзыв, видеоролик, и все расскажу. Следующая страничка. Все, у меня пошло слюноотделение, потому что здесь все такое вкусное. Мусс для лица, маски, скрабы, крема, муссы и так далее. Все это с черникой, как я люблю. Невероятно все вкусно пахнет, можно потереть страничку. Все читайте описание, потому что здесь нужно, когда вы говорите с людьми, нужно сказать, что здесь 50 миллилитров, чтобы люди понимали, что это придет не такой вот флакон, а 50 миллилитров. Как этим пользоваться? Да, питательная маска на 10-15 минут, обновляющий скраб-мармелад с органическими ягодами. Ой, у меня когда дочка это увидела, у нее такие глазки, как у котика из Шрека. Мамочка, а мы же это закажем, да? Я говорю, нет. И она чуть не заплакала. Но я пошутила, конечно же, я закажу все. А следующая страничка у нас будет с лесными ягодами. У меня просто восторг от этих новинок. И мне очень нравятся доступные классные цены. Все очень, как говорится, ну просто адекватно. Мыло. Скраб-джем для тела с лесными ягодами, крем-йогурт для тела с лесными ягодами и крем-йогурт для душа. То есть мы купаемся, скрабируемся, наносим на себя крем, мылом моем ручки, то есть полная серия, а масочки с черникой и скрабики мы наносим на лицо. То есть полный комплект. Вот такой у меня мощный топ. Я в восторге от этого каталога. Я бы про последнюю страничку тоже сказала, что она вау, по 119 рублей мои любимые карандаши для губ и для глаз, кстати, они тоже очень классные. Поэтому я нам всем с вами желаю вот такого классного каталога, море заказов, новых клиентов, новых консультантов, которые влюбляются в нашу продукцию, и мы рассказываем всем, как экономить с нашей компанией можно. Как с любым интернет-магазином, мы заходим, да, есть какие-то акции, предложения, в Oriflame самые мощные предложения, особенно для новичков. Поэтому, если вы еще не в Oriflame, не консультант, у вас нет личного кабинета, напишите мне, я вам оформлю личный кабинет, научу, как и что делать, буду вам помогать, буду вас консультировать по всем вопросам. Вот, и всем нам желаю успехов. До новых встреч, пока-пока. Слушай, какой бомбический каталог. Я вот просто рассказываю, просто взахлёб. Выключай. Не кадись.